наметился пикантный скандал с моделью Анастасией Костенко, которая отбила мужа у Ольги Бузовой. На радость всем тарабузикам в сети появилось видео откровенного поцелуя ростовской модели, позиционирующей себя защитницей семейных ценностей. Напомним, что 23-летняя Анастасия Костенко увела из семьи футболиста Дмитрия Тарасова, который на тот момент был 5 лет женат на Ольге Бузовой. Этот союз модели и футболиста недавно отметил 9 месяцев. Уже не раз в интервью Анастасия Костенко говорила, что готова к созданию семьи, мечтает о детях и в целом полностью за чистоту и семейные ценности. Но теперь девушка оказалась в центре пикантного скандала. Теперь те, кто обсуждали Ольгу Бузову за интимные фото для Нагиева, получили доказательство, что и Анастасия Костенко далеко не такая святая, какой хочет казаться на публике. На днях появилось видео страстного поцелуя юной Анастасии Костенко и другой девушки. Этот взрослый поцелуй сегодня обсуждают все. Интересно, как прокомментирует скандальное видео Анастасия Костенко, ведь это большой удар по ее экранному имиджу. Обязательно напишите в комментарии ваше мнение про эту ситуацию. Всем пока!